каждый год. 70 лет озаряет салют победы небеса городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Одессы, Киева. И в этот памятный день, 8 мая, мы стоим у обелиска славы. Мы не можем поступить иначе. Не имеем права забыть о страшной войне, забыть жертв фашизма. Наступает минута молчания. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если ты фашисту с ружьем не желаешь навек отдать дом, где... Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя. Не упрекая, не грозя, смотрели словно в душу, глядя, трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже. Но смятеньем на миг эсэсовец объят. Рука сама с собой в мгновенье вдруг опускает автомат. Ша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Сколько воды на земле, мама? Сколько воды на земле, мама? Сколько ее на земле, мама? Кто-нибудь может сказать? Отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове. И 70 лет озаряет салют победы небеса над Керчью. Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, день победы, порохом пропах. День победы, это праздник, праздник, с сединою на висках была радость, со слезами на глазах. Это праздник, день победы, день победы, день победы, день победы, день победы. Со слезами на глазах.